Вот это вопрос здоровья нации. Вот вопрос-то для меня в первую очередь. То есть я достаточно консервативен в этом смысле, и воспитание своем, и мне непонятно, то есть зачем это легализовать. Я могу только предположить, что легализация в Европе и в Соединенных Штатах однополых браков – это борьба с перенаселением планеты. Возможно. Они пытаются сократить население планеты и внедрить, а может и внедрить искусственное оплодотворение за счет того, что будут однополые браки. И это для кого-то очередной бизнес, для каких-то ребят с мыслями в голове там невероятнейшими. Вот. Я не могу по-другому объяснить это. Ни католицизм, ни христианство, ни нормальные, то есть полноценные люди, ну, не могут выступать за то, чтобы перестать жить по законам природы. Я не говорю по законам церкви или чего-то, религии. Это закон природы. Противоположность полов. Рождаются дети. Мои дети. Дети моей супруги. И легализовать обратный процесс для меня нужен очень невероятный довод, о котором нам не говорят правду. Ребята, которые там это делают. У них есть свои доводы какие-то. Я надеюсь, что на территории этой огромной страны, России, где живет недостаточно много людей, чтобы объявлять вдруг, давайте мужчины будут жить мужчинами, либо не родилось лишних детей, нам нужны дети. Давайте жить женщинами, давайте любить друг друга.